Теперь, когда мы оставили GTA 4 в пыли, MGS4 все еще крайне многословное пятнышко на горизонте, наступило время года, известное как сезон, блин, все это только выходит. Слишком далеко от Рождества, чтобы вызывать интерес для издателей. Поскольку поток известных имен замедлился, игровые интернет-критики могут немного расслабиться и побаловать себя лицензиями старых игр, которые интересуют только их и никого другого. Дабы обнажить недооцененную жемчужину или добавить несколько пощечин, которых я удалось избежать ранее. Итак, давайте поговорим о игре, который нашел в мусорном ведре. Painkiller — это шутер от первого лица 2004 года от польского разработчика People Can Fly, пожалуй, более известного предыдущей своей работы IT для Atari 2600. Вообще-то нет. Painkiller — это единственная игра от People Can Fly, и довольно странно, что Painkiller охерителен и можно драть задницу большинству мейнстримовых игр и съесть их потом на завтрак. И мне стыдно, что эта игра не отсасывает у козла, ведь тогда бы я мог смешно пошутить типа Painkiller, охереть, дайте два. Painkiller из того же потока, что и Serious Sam и оригинальный Doom, что подается как противоядие от новомодных и сложных шутеров. Здесь нет ни стелс-элементов, ни охоты за ключами, ни квестов сопровождения, ни персонажей поддержки, тренирующих вам уже нет цели миссии, кроме как убить всех. Есть только ты, несколько орудий и все население трупограда между вами и пунктом вашего назначения. Это чистая радость геноцида, которую многие разработчики FPS в эти дни, кажется, пропускают мимо себя. Некоторые люди относятся к Painkiller как к неофициальному Doom 3, так как сам Doom 3 споткнулся обо что-то в темноте, ударился головой и забыл, что он не System Shock. Я не собираюсь размахивать клюкой и орать, что FPS были намного лучше, прежде чем мы начали важничать, но не стоит забывать, что иногда все мы хотим геймплейного катарсиса старой школы, смешанный с погружением в серовато-коричневые технологии текущего поколения, и эту нишу Painkiller заполняет идеально. Он зависает в плохих районах FPS города, куда не заходят головоломки с ключами, опасаясь получить по зубам бордюром. Это не означает, что Painkiller только про убийство тонн чуваков. Есть серия разблокируемых бонусных карт, с которыми легче убивать тонны чуваков, есть такой элемент геймплея, как борту, что дает новый интересный способ убивать тонны чуваков. Окей, возможно только убийство тонн чуваков, но это сделано настолько хорошо, так чего еще желать? Вы можете следовать уровни, искать тайные комнаты и сокровища, если вам это действительно необходимо, но если больше минут проходит без убийства чуваков, вы неправильно играете. Как будто разработчики покорно стали делать простодушный шутер и поклялись, что делают его самым стильным простодушным шутером и применяли все деньги от миссии сопровождения и пройти квестов на его ошлюхивание. Диапазон уровней бессвязен, от гигантских соборов до военных баз, но их дизайн дает небольшой жирный архитектурный стояк. Есть более 50 различных сортов чуваков для убийства, все удивительно хорошо продуманы. На них у меня не стоит, это как-то по-гейски. Смелый выбор оружия, чтобы избежать обычной линейки. Ближний бой, пистолет, дробовик, пулемет, гранатомет, сверхмощные экзотические штуки, для которых никогда не дали припасов, и которые вы так или иначе бережете для боссов. Оружием ближнего боя по умолчанию является одноименный Painkiller, вращающийся лезвие, которое идеально подходит для души исчезти тела и реконструкции цены с газонокосилкой из фильма Brain Dead. Да это лайф, если вы американец и жиробас. Что касается оружия, я могу назвать очень удовлетворяющую пенисоподобную пушку, что пришпилив злодеев к этим чуть ли не целыми деревьями, но вам действительно нужно знать, что есть пистолет, который стреляет сюрикенами и молниями. Вот бы и мне такое изобрести, оно стреляет сюрикенами и молниями. Это было бы круче только в том случае, если бы у него были сиськи, и он был покрыт пламенем. Удивительно, но и сюжет, который содержится в невероятно долгих роликах между миссиями. Они рассказывают человеке, похожем на бритого медведя, чья жизнь кавалькада успеха, счастье от солнца и цветов, но слишком долго пялится на секси-женушку и вдалбывается в лоб грузовика. Женушка попадает на небеса, наш герой отправляется в чистилище, потому что Бог хочет, чтобы он убил на генерала армии сатаны, который пытается вторгнуться через несколько могил, и бла-ди-бла-ди-бла. История совершенно ненужная и забывается во время игрового процесса, но вы об этом не задумываетесь, пока кинематография не выпрыгивает, высыпая на вас ведро полупереваренных диалогов ваши же кричащие лица, поскольку разработчики серьезно были намерены залагать это дерьмо хоть куда-нибудь. Так как я один из первых сторонников игр как искусство, то я люблю хорошее повествование, но любая игра, в которой вы можете заставить все конечности противника лететь в разные стороны, уже произведение искусства. Есть, безусловно, много критики, кроме того, что сюжет может идти нахуй. Условия для разблокировки бонус-карты скорбительной труды на некоторых уровнях нужны годы, чтобы души вышли из тел. Так что если вы пытаетесь их собрать, то вам придется посетить возле павших врагов, сложа руки, что несколько нарушает игровой поток. Искусственный интеллект жалок. Враги могут застрять каким-нибудь предметом, так что можно бросать в них шарики из бумаги и смеяться. Но вся моя критика отпадает, как только вспоминаю, что одно из оружия метает сюрикены и молнии. Так вот, Painkiller лучше доказательство того, что лучший способ выпустить пар — это выпустить кому-нибудь свинца в мошонку. Перевод Френки, озвучка Зебуро.